И все, наше оружие готово. Ребята, всем привет! Вы на канале Ванчик Пацанчик. Сегодня мы поиграем в еще одну страшилку, которая называется Evil Nun, что в переводе злая монахиня. Надеюсь, у нас получится сбежать из этого лагеря. Кто тоже так думает, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. Также, эта игра очень похожа на Грэнни. Так, давайте проведем небольшое голосование. Кто за игру Грэнни, ставьте плюсик. А кто за игру Evil Nun, ставьте минус. Посмотрим, какая кому игра нравится больше. Мы возвращаемся в далекий 62-63 год. Поздравляем! Ваш ребенок был выбран бесплатно для участия в новом летнем лагере. Какое-то сомнительное поздравление, даже не знаю, радоваться этому или нет. Ну что ж, поехали. Она слышит все, что ты делаешь. Будь начеку, она может найти тебя везде. Ты должен срочно покинуть школу. Так, ну надеюсь, у нас получится покинуть эту школу. День первый. Так, мы просыпаемся в какой-то странной комнате. Даже не знаю. Здесь какая-то монахиня на картине. Так, давайте выходим отсюда. И посмотрим, где наша старушка. Так, ты где-то. Так, ребята, я, конечно же, отключу, чтобы она нас не атаковала, чтобы она нам не мешала. Какие-то шкафчики везде, обои стрёмные. В общем, я бы не хотела оказаться в такой школе. Так, но ее пока не видно. А, вот она, наша любименькая бабочка. Или кто-то там. Ну, привет. Она нас убить не сможет, не волнуйтесь за это. Ой, ну как это страшно, знаешь. Так, тут что там есть такое? Так, а ну отойди. Вот, мешает. Вот мешает там. В этих шкафчиках ничего нет, поэтому пойдемте дальше. Идем в какую-то другую комнату тут. О, кукла какая-то есть. Так, куклу возьмем, она нам пригодится. Так. Ну, пойдемте, отнесем ее кое-куда. А именно вот сюда ее кинем. А именно, откроем этот постер, посмотрим, что тут. Закинем эту куклу в лифт и пойдем дальше. Ищем в мелких шкафчиках, в маленьких шкафчиках что-то. Может, найдем лом какой-то или что-то такое. Так, ничего пока нету. Пойдемте на второй этаж, потом посмотрим, что там в маленьких этих шкафчиках. Посмотрим, что у нас тут. Так, тут что? Ничего пока что. Так. А, ну отлично, она забагалась. В принципе, так она нам не будет мешать, и все будет отлично. Ищем, давайте, что тут такое. Тут тоже ничего. Ищем, что в выдвижных ящичках. Это, походу, кухня, потому что тут сплита. По сплиту ничего, в духовке ничего. Но в выдвижных ящичках мы нашли маленький проводок. Так. А, нам надо его взять. Так мы сможем подключить электричество. Вот все. Ты установил отсутствующий электрический ток. Дальше пойдемте вниз. Нам нужно нажать на одну кнопочку, чтобы открыть все дверки и зайти в спортзал. Ну и все. Идем дальше искать разные предметы. Так. В этих шкафчиках тоже ничего нету. Идемте зайдем в классы. Тут учились, наверное. А, это библиотека. Может, тут что-то найдем. Так, ну ничего, тоже нету, поэтому... Пойдемте-ка опять на второй этаж. Посмотрим, что там спрятала эта монахиня. Еще я знаю. Тут у нас есть скелет, на который нам нужно будет повешать всякие... Разные такие штуки. Ага, вот сразу голова козла. Кто не знает, это будет у нас, получится, дьявол. Что-то похоже очень на дьявола. Вот сразу отлично белое одеяло. Это у нас будет в роли плаща какого-нибудь там. И осталось только найти ножницы, обрезать манекенчик, который висит в спортзале. Погнали-ка смотреть шкафчики.
А, вот, лом у нас сразу есть. Лом нам пока что не нужен. Нам нужно смотреть шкафчики. И найти код от шкафчика, потому что там хранятся ножницы. Давайте возьмем пока лом по пути сразу. Пока у нас вещей не очень много. Меня это не очень дорадует. Но главное, что за нами монахиня не бегает и не пугает нас постоянно. Так, давайте зайдем сразу, посмотрим, что тут есть. Должен быть ключик от заводной куклы. Так, ничего тут нету, ничего. Давайте заходим в еще один туалет. Смотрим, что тут. Так, тут тоже ничего. Давайте открываем дверки. Ага. Ну, давайте отковырнем гвоздики и полезем, посмотрим, что там дальше. Ну да, как всегда, ничего нет. А в шкафу, может, что-то? Обидно. Тоже ничего. Ну уж как так? Как так, я не понимаю. Ну ладно. Лом нам, в принципе, не очень-то и пригодился. Ну ладно, ничего. Ну, пошлите искать еще что-то. Нам нужно найти код от шкафчика. А, я забыл просто посмотреть еще в наших спальнях. Вот тут забыл точно посмотреть. А вот тут, кстати, чаще всего и появляется код от шкафчика. Ну да, как я и говорил, вот он. Это наклейка или стикер, не знаю, как это называется. Ну, пойдемте быстренько приклеим. Так, клеим. Опа-на, ножнички. То есть, нам нужно будет ее выключить, ну, вырубить одним способом. Не буду спойлерить, увидите. Одним способом, и только потом сделать демона. Так у нас все получится. Нам нужно найти Библию. И ключик, конечно же, потому что без ключика никуда заводного. Так, погнали искать. Вот почему прачечная всегда закрыта? Вот что там такое? Может, там какие-то вещи? Но в этих шкафчиках я все уже перерыл, ничего нету. Должна быть где-то Библия. Ну, где же она может быть? Давайте сразу выбросим книгу, чтобы очень быстренько поставить. Так, давайте проверим вот эту дверьку. О, да, мы наконец-то нашли наш ключик. Слава богу. Осталось запихнуть туда только динамит, и все. Наше оружие готово. Нам нужно найти Библию, и тогда все. И все. И все. Хорошо. Монахиня, я, конечно, все понимаю, но куда ты могла спрятать Библию? Ты можешь сказать? Просто... Господи, что ты меня пугаешь. Ты просто скажи, где Библия, и все. Нам же нужно еще найти масло, бутылку с маслом, чтобы смазать лифт, механизм лифта. И только тогда мы сможем возить туда-сюда все. Так, пойдемте в спортзал. Блин, это у нас ножницы. О, бинго, нашел бутылочку с маслом. Ну, наконец-то. Так, давайте, механизм лифта. Смазали все, шестеренки работают, все крутится, лифт работает. Давайте крылышки пока оставим тут. И пойдем куда-то в переодевалку. Ничего. Ну наконец, Библия это священная моя, наконец-то я нашел. Все, наша машина для убийства полностью практически готова. Давайте скорее идем в библиотеку. Положим нашу Библию. Хопача! Открылась. Берем динамит. Ничего себе, так 9 штучек динамитика. В школе нормально. Зажигалочку взял, в школу подорвал, все. Поехали, положим в наш лифт динамит весь, который там есть. И будет очень все классно. Нам пришла записочка, что если мы соберем нужные вещи, то у нас будет оружие, с помощью которого мы сможем расправиться с этой монахиней. Ну и отлично. Вот мы и создаем сейчас это оружие. Какое оно, я вам не скажу. А если вы знаете, напишите об этом в комментариях до того, как это будет видео. Ну, крылья давайте пока кинем наверх. Просто кинем их, чтобы у нас дьявол не рассыпался. Пойдемте, еще нам нужно занести вроде один или один динамитик. И все готово. Да, один динамит. Все, погнали, быстренько его
Закинем в лифт. Так, закинул динамитик. Нажал на кнопочку, и все отлично. Так напугать, кстати, можно кого-то. Взрывная кукла. Ну, привет. Так, смотри, теперь подходим вот сюда, к монахине. Залазим в шкафчик. Опача. И заводим нашу куколку, и бежим к этой монахине. У нас есть 7 секунд. В общем, этого хватит, мне кажется. 4, 3, 2, 1. Ба-ба! Без сознания она 60 секунд. За это время мы можем взять... Что мы можем взять? У нее ключик от сейфа. И давайте сейчас ждать, пока это чудище проснется. Побежит за нами. Ну и мы сможем сделаем так, чтобы она молилась дьяволу. Вставайте, женщина. О-о-о-о-о-о, пошло-пошло. Привет! Ты без очков, да? Ты слепая сейчас? Ну, не думаю. В общем, иди за нами, тетенька. Что это нас потеряло? Что такое? Паника, паника, все, паника. Так, давай. Комцумир. Иди ко мне. Сейчас ты должна молиться. Давай, молись. Молись, я тебе сказал. Молись. Так, монахиня будет молиться 20 секунд. Ага, и мы нашли ее код. 8377. Быстро погнали, просто пулей. Пока она молится. Давай, давай, побежали, побежали. Так, берем ключик от сейфа сразу. В принципе, она нам и так ничего не сделает, но все равно. Чтобы она нас не догнала, когда мы будем убегать из этого, из этой школы. Давайте 8377. Вводим. Виден правильный код. Дверь открыта. Сейф открывается. Мастер-ключ берется. И... Давайте, давайте, куда это я пошел? И... Замок! Открывайся! Симсалабим! Прощай, прощай, монахиня. Прощай, прощай, монахиня. Все, валим! Просто смотрите, как он валит оттуда. Ты сбежал из школы. Ну, то есть, все это получилось благодаря мне, конечно, но это понятно. Также вам за вашу поддержку спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.